Всем привет-привет! Доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натальи. Сегодня у нас 11 сентября, 5 часов 33 минуты утра. Сегодня я что-то вот зачухалась, замешкалась. У нас холодно, так не хотелось вставать с-под теплого одеялка. За ночь у нас было 4 воздушные тревоги. Последнюю включили 3 часа 23 минуты, и еще отбоя не было. А так у нас все нормально. Свет, газ, вода, связь есть. Все потихонечку работает. Сегодня хоть и воскресенье, но я тоже еду на работу. У нас суббота-воскресенье, пятница, такие загруженные дни. Сейчас в основном свадьбы. И вчера была свадьба, и позавчера была свадьба. Вот, поэтому работки на выходные всегда побольше. Всем, кто работает, легкой работы. Все, кто отдыхает, отлично отдохнуть, набраться сил, потому что завтра первый день начала недели. Все, кто со мной, приятного аппетита. Пьем быстренько кофе. Ой, хорошо-то как. Прям чувствуешь, как оно такое горяченькое, тепленькое. Душу греет. Спасибо всем большое за комментарии, за поддержку вчерашнего видео. Мне очень-очень приятно. Отдельный привет хочу передать Елене и ее маленькой внучке. Они вчера смотрели мое видео. И так малышка ждала увидеть шекеля, а его не было. Расстроилась. Так Елене пришлось показать видео, которые были предыдущие. Мне так прям жалко Манюнечку. Поэтому сегодня обязательно я вам покажу нашего шекелюху. Оставайтесь, смотрите. А сейчас еще хочу с вами поделиться заготовками на зиму. Кто еще так не пробовал заготавливать зелень, смотрите, пишите комментарии, попробуйте. Вот мне приятно, когда вот я советую, люди пробуют, все получается, нравится. И, как говорится, пользуется. Ну, а на этом, ребяточки, буду продолжать быстро-быстро пить кофе. Всем еще раз огромное-преогромное спасибо за поддержку. Всех крепенько обнимаю, целую. Скорейшего мира. Я буду одеваться, собираться. А всем вам приятного просмотра. Всем привет-привет еще раз, ребятки. У нас уже вечер, поздний, 8 часов вечера. Приехала с работы, покушала, пошли погуляли уже с шекелем на уличку. Чуть-чуть раньше стали выходить, так как темнеет. Подстригла Артурчика. Готовлю сейчас, как вы уже увидели, такую мясную подливку. Кто смотрел видеообзорчик,
Я показывала, что мы в Сельпо купили такие прям мясные ребрышки. Вот мясо я срезала на фаршик для начинки перца. А ребрышки вот замариновала, и сейчас вот оно тушится. Добавила томатную пасту, ту, которую закрывала сама. Я там вам говорила, у меня осталось там полбаночки с подвероса, с под огурчиков. Ну, вот получилась она не полная. Я поставила в холодильник, ну, попробую. Буду готовить, как оно на вкус. В общем, всю я ее туда в подливку израсходовала. Сейчас вот наготовится, а завтра мы, я не знаю, или толченочку приготовим, или какую-то кашу. В общем, когда есть вот такая мясная подливка и побольше, то уже можно готовить все, что хочется. Хоть картошечку, хоть макарошечку, хоть кашечку. Правильно? И все тогда будет вкусненько. Мне сегодня на работе сотрудница принесла базилик и петрушечку. И я же на работе тоже поделилась с девочками, как я укроп в микроволновке заготавливала на зиму. У меня на канале есть такое видео, как я сушила укропчик. А сотрудница моя попробовала также в микроволновке заготовить на зиму базилик с петрушкой. Она говорит, класс, цвет остался тот же, аромат тот же, все ей понравилось. И она говорит, сначала, как я говорила, там 2 минутки, потом достать с микроволновки, вытереть микроволновку от пота и дальше продолжить на 3 минуты. В общей сложности нам нужно 5 минут. Говорит, я так делала, а потом плюнула. Говорит, поставила на 5 минут, и все идеально получилось. Вот и я сейчас хочу попробовать вот такой вот у меня базилик. Я оборву листики, веточки оставлю. Аромат у меня на всю квартиру. Как пахнет базилик, нам очень-очень нравится. И сделаем с вами заготовочку в микроволновке. И покажу, что получится. Вот, ребятки, вот такой слой я положила, совсем немножко, и отправляем в микроволновку. Вот, и ставим на 5 минут. Давайте посмотрим, что получилось. Что же получилось? Ну, микроволновка сухая. Вот так выглядит базилик. Ой, слушайте, класс! Слышите, сухой какой? Ароматный. Здорово! В общем, ребятки, 5 минут и готово. Всем привет, привет, ребятки. Ты поздороваешься с ребятками? Скажи всем привет, привет. Я скажу, передаю привет лапкой. Да. Вот. Кто за мной соскучился? Кто меня вчера не увидел и расстроился? Маленькая девочка, которой 2 годика? Да я скажу, ради тебя сейчас буду команды исполнять. Вот так, сидеть. Молодец. Иди ко мне. Иди ко мне. Сидеть. Умничка. Иди вот сюда. Сюда. Нет, сюда, ближе. Шикелюнь. Сюда. Да. Ах ты, нос курносый. Я ж хочу, чтобы тебе видно было этот нос. Видно этот нос был. Голос. Молодчина. Ай, какой перчик, ребятки, болгарский, вкусный. Дай лапу, друг. Дай лапу. Молодец. И вторую. Ай, да умничка. Ой.
Какой же перец вкусный! Ребята, а что вы за перчик можете сделать? Можете дать 5? 5. Ай, молодец, 5. Вот так. Умничка. А 2 лапы как мы даем? Как мы 2 лапки даем? 2. Да, молодец, моя умничка, Шекель. Хороший такой мальчик. Лежать. Ты прям совсем завалился. Ой, Шекелюк, иди сюда. Иди сюда. Сидеть. Умничка. Лежать. Молодец. Кувырок. Ой, ты как толстячок. Кувырок. Ой, да, моя умничка сладкая. Сладкая умничка, Шекель. Иди вот сюда, давай дальше отойдем. Поворачивай попу. Сидеть. Лежать. Лежать. Да, молодец. Это специально суперприз. Ползи. Ай, молодчина. Ты молодчина, Шекель. Иди сюда. Сидеть. Суслик. Да, умничка моя. Ты умничка. Голос. Молодец. Зайка. А зайку? Не-не-не. Давай зайку попробуем. Ой, ой, ой. Зайка, 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 зайка. Да, молодец, умничка. Все получилось. Отличный мальчик. Шекелюня. Место. А где наше место? Место. Ай, молодец, умничка. Ты умничка. Ко мне. Тати мой сладкий. Ты сладкий? Место. Кто хозяин в доме, тот сидит на диване. А мы с Артурчиком на полу на ковре сейчас. Я пошел на лежанку. Место. В общем, мы на четвереньках перед этим... Шекель, место. Где место? Нет, дай, дай, дай. Шекель, на место. Видите, в чем команда? На место и место отличается. Не вовремя я начала комментировать. На место. Да, молодец. Иди ко мне. Умничка. Сидеть. Тём. Ой, ребята, целуй носик. Целуем носик. Всем вам большой-большой привет. Такая петрушечка получилась. Слышите, тоже вот хорошо получается сушить. Единственное, смотрите, у меня почему-то серединка подгорела. Ну, это может быть из-за микроволновки. Видите? А края все зелененькое. Вот столько у меня получилось. Вот так базилика, не стала его измельчать. Потом, когда будем готовить, тогда уже и будем измельчать, насколько нам нужно. И вот это у меня петрушка. Петрушку я, конечно, придавила и измельчила. Вот так она выглядит. Это баночки у меня вот эти вот маленькие из-под крем-сыра. Это базилика получилась почти полная баночка. Все, закрою и поставлю в шкафчик. Ну вот, ребятки, вот такую подливку мясную я уже приготовила. Сейчас она остынет и в холодильничек.
Ну, а на сегодня буду завершать запись в своем дневничке. Спасибо, что были с нами, поддерживаете нас. Нам очень-очень приятно. Мы переворачиваем страничку, конечно, в светлое, мирное будущее завтра. До новых встреч на страницах моего дневничка. Пока-пока.